Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, я в Максидоме, на Московском 132 или 131, давно не была, не помню. Вот такие орхидейки здесь, ну, даже стеллажика нету, даже стеллажика, представляете? Не знаю, найду ли я тут что-нибудь такое, знаете, экстраординарное, экстравагантное, красивое. Вопрос хороший. Ну, моушен тут вот есть. А сейчас он, где я только не встречал этот моушен. Не в семи цветах. Вот интересная орхидеечка. Сейчас, если я до нее доползу. Сейчас. Это такая, знаете, окрас у нее интересный. Давай, иди ко мне, моя зая. Давай. Какая-то ты такая интересненькая. Посмотрите, да? Какая-то она малиновая, розовая, цикламеновая. Ой, приплела. Ну, красивая, красивая. Они уже, конечно, отцветаечки. А что я смотрю? Здесь цены нету. Здесь цены никогда не было. Чтобы, знаете, вот так вот, вот можно было взять и посмотреть цену. И, конечно, сейчас посмотрю, что у нас здесь. 972. Угу. С двумя цветоносами. А с одним 759. Ну, давайте хотя бы бабочку. Бабочку. Хотя бы, да? Хотел сказать хотя бы биглип, а сказала хотя бы бабочку. Ну, на бабочку я даже не рассчитываю. Такой красивый кустик, смотрите. Вот. На бабочку даже так. Полосы. Зебра, я ее называю. Зебра. Зебра полосатик. Вот. Сейчас еще одну покажу. А, тоже 20 таноса. Не знаю. Но она не хочет. Она не хочет показываться, потому что она, вот эти уже отцветайки, а другие не расцветайки еще. Сейчас поближе одну тоже. Ой, я запуталась. Как так получилось-то? О, вот тоже интересная. Вот, видите. Ой, мушинов много. Красотка эта. Я имею в виду, вон тает, по-моему. Ага, не вспомню. Тоже красивая орхидеечка. Ну, не Феррара, потому что у Феррары другой язычок, другое, хотел сказать, комплектация. Ну, можно так сказать, комплектация лепесточков по-другому расположена. Беленькие. Снова бесконечный моушен. Да. Да, ну вот так, вот так. Угу. Ну, как видите, особого роскошества не знаю. Ну, на вкус и цвет, товарищи, нет, да? Кто-то найдет. Вот это тоже красивая орхидеечка. У меня же столько орхидей. Так, это у нас 1167 рублей. Нет, 1299 рублей дендробиум сан. О, сану хотел сказать. Дендробиум нобеля. И как-то так, как-то так. Вот это тоже симпатичная. Малюсенькая. Ну, сами видите, даже... Ой, зацепилась, а даже маленьких нету. Знаете, миничек, чтобы ручки-то об них почесать. Ой, ну я напридумываю. И почесать, и потесать. Вот, ну вот, как-то так. Грустненько, печальненько. Зато остальных цветов очень много. Розочки. 599 рублей. Ну, такой
Не маленький букетик, хороший горшочек. Ну. Ну, как-то так. Будет немножко совсем видео. А что делать? Так, а тут у нас что? Тут у нас... Ага, рассада виола ампельная 600, 659 рублей. Бегония 245 рублей. От бегония 245 рублей. Виола ампельная. Уже сразу. Ой. Ну, грустненько. Грустненько, печальненько. От того, что немножко. Ну, ладно. Ой-ой-ой. Хотя вот в этом я не понимаю ничего. Вполне возможно, здесь все прекрасно, все хорошо. Я имею в виду по состоянию. Что там как-то, мне кажется, не поливалось, надо полить. Вот здесь прелестную посудку. Салфетница 569 рублей, ну тяжелая она, керамика. 299 рублей салатник. Это тоже маленькая такая тарелочка, 249 рублей. Тоже 249 рублей. 229 рублей. Так, тарелочка 249 рублей. Так, 399 рублей. 479. 399 и 499. Это такая большая суповая. Чайничек 1799 рублей. Кружка. Чайная пара 999 рублей, 649 рублей, 599 рублей сахарница, кружка 359 рублей, 289 рублей. А внизу такой же, знаете, вот в красном цвете. Кто любит красный с птичкой, она клубничку держит. 379 рублей, такая тарелочка. Салатник 379 рублей, 219 и 427 рублей. Чайная пара 879, 545, 309, 289 и 219. Ой, какая вот тут вот симпатичненькая. Давайте с вами посмотрим тоже. 420 рублей. Такое блюдо. 379 рублей салатники. 355 рублей. Тарелка. 200. Кружка. 299 рублей. 215 рублей тарелочка. Салатник 289 рублей. Смотрите, наборы совушки. Сушки 599 рублей. Вот такая кружка. Какая прелесть. Какая прелесть. Ну? Так. 500. Сейчас приблизим. 569 рублей. 549 рублей. Вот маленькая. 459 рублей. Кружечка. Далее 275 рублей. Угу. Кувшин 1699 рублей, ну пролистно это тоже, 999, 799 пара, 799 конфетница, кружка 499 рублей, 449 рублей, и вот эта кружечка 399 рублей. Красота? Красота тоже. 1349 рублей. 439, 439, 399, 349, 349. Красота? Тут, смотрите, 279 рублей. Авокадинка. Тарелочка
Так, 299 рублей. Ой, память моя девичья. Так, помидорка. 449 рублей, так и тарелочка. Сервировочный столик. 999 рублей. Такой маленький, деревянный, хороший. Блюдо 1369 рублей, дерево. Органик. Дерево, дерево, все дерево. Люблю деревянно. 989 рублей. Ой, что-то меня прокосило там. Это минажница. 969 рублей. Еще одна минажница. 1419 рублей. Блюдо 1719 рублей, 899 рублей, 369 рублей, это поштучно, 689 рублей, это у нас 899 рублей, 849, 849 и 1259, 489 рублей, вот такая мулепуська, 879. Материал написано акация. Думала, знаете, кажется, нет, не кажется, это акация. Набор для специй. Такие странные мишки, смотрите. Как будто бы, знаете, их сшили. Юморные люди. Так, такие пугающие медведи. Не знаю, как другим, но что-то как-то меня не... Знаете, напугало, похоже, которые вот там шьют, да, там вот это, нитками такими неаккуратно. Ага. Так, это у нас для зубочисток 349 рублей рыбка. Лебедь 329 рублей. Такие кисоньки тут. И зайка сидит. Я в Ашане. ТРК Питер Радуга. Космонавтов 14. Так, какие вкусняшки тут. За 99 рублей на наклейки из новой коллекции. В подарок. Всякое-то. 59 рублей. Всякая вреднючесть. Цельные злаки. 99 рублей. Мы хотим такое? Это чем? Безбашенные квадры. Готовый завтрак с клубничной. Ой, я опять сегодня голодная пришла. И поэтому сейчас наберу всякой хрени, поверьте мне. Вот сейчас тоже наберу. Так, это 169 рублей, попкорн с карамелью. О, не-не-не. Так, мюсли 169 рублей. Это у нас что, чипсы? Кукурузные палочки 59 рублей. Ой, люблю и хочу. Хочу кукурузных палочек. Не буду, без глютена типа. Ну, меня глютен не пугает. Здесь будет. Так, пойдемте посмотрим, что у нас там с цветами. Ничего не жду, не ожидаю. И, скорее всего, ничего не будет интересного там. Ашан вообще все по цветам, по орхидеям, это позорище лично для меня. Ну, посмотрим, может быть, там появились удобрения те, которые я покупала в другом Ашане. На Мега Добенко. Орхидеи нет. От слова нет совсем. Если учесть, что только вот эти вот отцветайки по 490 рублей. Вы хотите? Хо-хо-хо. Вот такие вот. Сейчас покажу. Тут, ой, перелиты они. Ой, посмотрите. Капец. Фу, еще меня тут. Чем-то. Ну, беленький цветочек. Все. Ну, не надо. Не надо. Ну, вот, есть только вершки, корешки, которые 4 грамма. Представляете? Я тогда хоть со скидкой покупала. 60. Сейчас 65 рублей. 4 грамма. Это очень дорого. 20 грамм. Сколько там было? Ну, 180. Или там 190 рублей. 20 граммов. А это вообще ни о чем. На этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался.
Кто со мной давно, кто пишет комментарии, хочу вам пожелать крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие, всех благ, что все у вас было хорошо. Ну и у нас немножко похолодело, на исполнение желаний всех ваших благ, ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания, что разные миры вспоминают, всегда новых встреч. До свидания.